Образцовое хозяйство. Глава региона посетил Приволжский район, чтобы оценить технологии производства овощей и темпы уборки урожая на сельскохозяйственном предприятии «Альянс». В ходе встречи с генеральным директором выяснилось, за прошлый год сельхозпредприятие получило прибыль в размере более 11,5 миллионов рублей. Силами работников было собрано почти 4 тысячи тонны урожая. Владелец хозяйства рассказал и о том, что «Альянс» активно занимается выращиванием новых сортов овощных культур. Так, в данный момент испытания проходят 35 сортов капусты, 12 моркови и 4 сорта свеклы. Все это позволяет предприятию удерживать позиции одного из крупнейших производителей овощей в регионе, а сотрудникам обеспечивает достойную заработную плату свыше 20 тысяч рублей. Вообще пример достойный подражания, и на самом деле здесь есть нам о чем подумать для того, чтобы этот опыт тиражировать в хорошем смысле этого слова. Хозяйство уже сегодня испытывает недостаток в земле. Тоже вопрос к властям, тоже вопрос, который нам необходимо изучать. Имеет высокую среднюю заработную плату для сельского хозяйства, имеет достаточно большой финансовый оборот,